Аукцион начинается. За мной, Оскар. У них нет шансов. Ваши ставки. 1000 девушки в последнем ряду. 2000. Что я вижу? 10 000. О, 50 000. Оскар, разберись. Этот лот должен быть нашим. Настоящее золото. Продано. Аукцион окончен. Отлично. Я опоздала? Подождите. Поздравляю с приобретением. Вы не пожалеете. Неужели? Это великолепный домик. Ваше лучшее вложение. Что он себе позволяет? Я сам. Ой. Славный домик. Я так долго копила деньги. Что это? Может, я выкуплю хоть малую часть домика? Так и быть, пойдем. Да, красиво. Но ты будешь жить внизу. Это первый этаж. И он твой. Я в восторге. Уборка все исправит. Зато лампа есть. Лампу я забираю. Ну и ладно. Слишком высоко. Оскар, ты заменишь лестницу. Что? Мне нужен ковер помягче. Займись этим. Тот самый нахал из колледжа. Ну и ладно. У меня есть дела поважнее. Сперва избавлюсь от этого хлама. Это ты сделала? Я? Нет, конечно. Я тебя запомнил. Я нашел подушку. От этого ужасного ковра нужно избавиться. Ясно. Сейчас уберу. И что дальше? Деньги падают с небес. И ковер. Мне он пригодится. Здорово. Добавлю растения. И отправлюсь за покупками. Мягкое и удобное кресло. То, что нужно. А теперь можно приступать к моему любимому делу. Рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Нарисую хаги-ваги. А если украсить рисунками стены? Точно. Картона и карандашей у меня достаточно. Снова он. Ковер милый. Но здесь не хватает цветка. Принеси мне самый лучший. Будет сделано. Какой красивый. О, это плюшевый мишка. Такой мягкий и пушистый. Ей понравился. Мишка заменит подушку. Из картона получатся отличные стены. Главное, хорошенько их закрепить степлером. Что это за шум, Оскар? Не знаю. Показалось. Ладно, я спать. Моя голова. Стена слишком твердая. Сделай что-нибудь. Я придумал. Вот смешной. Дизайнерская ткань. Последняя коллекция. Зачем? Для стены. Мне нравится. Приступай. Эй, мой степлер. Нахал. Закреплю здесь и здесь. И готово. Здорово. Моя юбка. Оскар, что ты наделал? Ты прикрепил ее к стене вместе с обивкой. Это катастрофа. Слезы превратились в бриллианты. Я принес подушки. Исчезни. Бриллианты. Вау, сколько подушек. Вот чего мне не хватало. Ну вот, рассыпала карандаши. А это иди. Я перевяжу карандаши резинкой для волос и буду рисовать ими вместо кисти. Отлично.
А теперь листик бумаги. Скомкаю его и тоже окуну в краску. А если рисовать сразу тюбиком? Получилось. Руки перепачкала. А значит, можно рисовать пальцами. Отлично. Теперь мыть руки. Раз, два. И выемки для драгоценных камней готовы. Они прекрасны. Мне нравится. Но карандаши и краски придется убрать. Моя картина. Она стала еще лучше. А здесь будет подставка для карандашей. И цветочек. А лучше два. А в корзинку отправятся краски. Блокнот в рюкзак. А это что? Календарь. Мой день рождения совсем скоро. Неужели я проведу его в одиночестве? Шикарно, правда? А это что? Календарь. Ну, конечно, ведь мой день рождения совсем скоро. Оскар, ты где? Куда он исчез? Я здесь. Принес кое-что. Подожди, пусть будет сюрприз. Та-дам! Крошечная лампа? И это все? Мне нужно больше света. Слиток золота осветит всю комнату. Готово. А теперь музыка. Начинаем вечеринку. Юху! Сколько можно шуметь? Что они там устроили? Хватит! Нужно что-то делать. Шумоизоляция готова. А это что? Оскар уронил фонарики, и теперь они мои? Но чем их закрепить? Мой степлер. Есть. Снова она. Можно приниматься за работу. Равномерно распределю все лампочки, и потолок засверкал огнями. Вау, как это романтично! Вот, возьми. И это тоже. Купи золотую рамку. Снова он здесь. Сколько можно ходить туда-сюда? Вот. И что ты принес? Нет, мне нужна рамка побольше. Понял? Иди. Он снова здесь. Хватит уже. Это подойдет? Мило, но нет. Еще больше. Иди. А теперь? Нет, еще больше. Ого! Он упал? Оскар? Я в порядке. Сделай, наконец, лестницу. Кто это кричал? Неважно. Из этих ниток я сделаю украшение для комнаты. Наконец-то. Вот такая рама мне нужна. Забирайся. Минутку. Только лестницу сооружу. Ну зачем так шуметь? Это невыносимо. Он пилит и сверлит. О, нет. Что за запах? Теперь он решил красить. Хочу и крашу. Я гений дизайна. Лестница готова. Осталось лишь добавить мех. Сделано. Ты и правда построил лестницу? Здорово. Какая пушистая лисенка. Какая шумная. Все из-за него. Но я знаю, что делать. Вязаная стена скроет эту лестницу. Но чего-то не хватает. Нужно больше света. С
этими фонариками стало уютнее и теплее. Нитки еще остались. Но я слишком устала, нужно отдохнуть. Фонарики? Цветы? Вау, что это? Ну и ладно. Золотые веточки, это так красиво. Я принес вот это. Больше украшений для комнаты? Спасибо. Подай степлер. Замечательно. Ловец для снов. Теперь все сны будут сладкими. Уже утро. И сегодня мой день рождения. С чего начать? Цветы, стол, праздничный торт и именинный колпак. Но в одиночестве праздновать совсем не весело. Пайпер, просыпайся. Уже утро. С днем рождения. Это тебе. Что? Сегодня? Я приготовил сюрприз. Пойдем. Ух ты! Золотая качелька. Для тебя. Она восхитительна. Что за шум? У меня день рождения, но я совсем одна. Кто это? Я должна выяснить. Упс. Привет. Как здесь красиво? Ты сама это сделала? У тебя талант. И у меня сегодня день рождения, представляешь? А твой подарок? Оскар, сделай качели для нашей соседки. Ладно. Я сделал. Тебе нравится? Очень. А Оскар все равно нахал. Я еще вернусь. Ауч! Святая лестница. Как же ты жестоко. А здесь у нас что? Тайное место под лестницей. Сюда годами сбрасывали весь хлам. Точно. Я построю здесь свою тайную комнату. Для начала разберу весь хлам. Вау, бизиборд. О, моя комната. Точно. Что это упало с небес? Вау, да ведь это 100 баксов. Я получила целое состояние. Станцую танец миллионера. Это Пайпер реально странная. Итак, на эти деньги я могу купить кучу всего полезного. Сделаем магию. Распаковка! Вау, сколько здесь всего! Посмотрим, что мне пригодится. Бензопила? Кто знает? О, а это какой-то старый плед на палках. Да отстань ты! Вау, так это гамак! А что еще умеет эта комната? Из ящика я сделаю столик, а ты будешь моим новым другом. Вау, Дино! Ты видишь это? А как насчет второго столика? Получится магия? Кажется, нет. Что? Еще книги? Это вам не библиотека. Мини-гамак для моего друга. Что здесь? Не трогай Дино, он спит. Это моя комната, пока. Какая наглость. Я тоже хочу себе новую комнату. Для начала избавлюсь от старых вещей. Странно. Эй, что за дождь из подушек? Хотя мне они пригодятся. Я уже устала. Спасибо, подруга. Посмотрим, что могут сделать мои деньги. Странно, ничего не изменилось. Хозяйка, что прикажете? Массаж плеч? Кто здесь? А, мой помощник. Убери здесь все.
и избавься от всех вещей. Слушаюсь, хозяйка. Ну что там опять? Хозяйка, Дэйв не виноват. Пошел вон, Дэйв! Все приходится делать самой. С небольшой помощью моих друзей. Получилось. Да, вот как надо работать деньгами. Я все здесь уберу. Отличная работа. Обожаю свои деньги. А вот и мой новый диван. Ну и тяжелый. Чего-то не хватает. О, да, камин. Мне не помешает шкаф. Отлично. А еще много разных мелочей. Вы уже вдвоем? Пьете чай? Ты уволен, Дэйв. Эй, это был мой друг. Моя пирамидка! Ну все, стаканчики. Вы ответите за непослушание. Пайпер, что ты делаешь? Ты напугала мою собачку. О, а половинки стаканчиков пригодятся в дизайне. Из них получились прекрасные мини-горшочки с цветами на стену. Теперь у меня есть домашний сад. О, Пушок, ты заблудился? Добро пожаловать ко мне в гости. Пушок, ты где? Неплохо, но чего-то не хватает. Мне нужен дизайнер. Этот? Нет, опять он. И опять? Ну ладно. Приветик, лучший дизайнер интерьера к вашим услугам. Я хочу украсить эту стену. Что вы предложите? Может, повесим картины? Отличная идея. Как насчет этих? Нет, здесь нужно что-то более изысканное. Окей, как насчет этих? Нет, это слишком. Верните первый вариант. О, идеально. Можно ваш телефон? Что вы делаете? Это новый iPhone. Теперь это новый телевизор. Что? Ну ладно, уговорили. О, это мой любимый канал. А это что? Кресло-массажер. Для моих клиентов самое лучшее. А вот и ваш iPhone. Ну что ж, я выполнил свою работу. Осталось только забрать свое вознаграждение. Дизайнер? Ты где? Разрешите откланяться, миледи. Мои деньги, мошенник! О, нет, вся моя еда закончилась. Наверняка у Каролайны есть что поесть. Я устрою ей разгрузочный день. Каролайн, я всерьез забочусь о твоем здоровье. Ого, сколько вкусной и вредной еды! Что ты хочешь от меня? Все анализы показали, что тебе срочно нужно худеть. Выдохни. Так и есть. Хорошо, что я позабочусь о твоем здоровье. Больше никаких чипсов, печенья, шоколада и вкусняшек. Только полезные фрукты. Только не фрукты. Подъем! Тебе нужно заняться спортом. Начинаем домашнюю тренировку. Мне нужны золотые тренажеры. Ну как? Я уже похудела? Конечно. А я пока что соберу всю еду.
А вот и мои вкусняшки. А что же делать с фруктами? Есть идея. Прозрачная ваза, сочные фрукты и гирлянда. О, какой красивый декор! А куда мне спрятать все вкусняшки? Точно! Подвиньтесь, книги! Теперь вся еда у меня под рукой. Хочешь чипсы, Дино? Нет? Не говори мне, что ты тоже на диете. Чем заняться? Придумала. Я вырежу себе джангу. Какая скука. Мне нужны очки виртуальной реальности. Фух, пронесло. Твой выход, Дина. Не хочешь играть? Какой ты упрямый. Вау! Ауч, вы вообще на чьей стороне? А теперь сыграем дартс. Отлично, а где взять дротики? Пригодится все, что под рукой. Ножницы. Вилка. Теперь твой ход. Ах, да, я же одна. О, я знаю, что мне нужно. Музыканты. И расслабляющий массаж. Не жизнь, а сказка. Но это очень одинокая сказка. Эй, Пайпер, давай мириться. Конечно, Кэролайн. Добро пожаловать в мою комнату под лестницей. Хочешь сыграть в дартс? Этой вилкой? Нет, это дротик. Смотри. Давай все, что у тебя есть. Юху, я выиграла. А как насчет джанги? Упс, все упало. Ничего, идем ко мне наверх. Вау, обожаю канал Вуху. Хотите чипсы, ребята? Нет? Как хотите.